Алматыда жок-жок, Астанада жок-жок. Ой, и тебя тоже настигла эта песня. Я ее сам никак не могу выбросить из головы. Кстати, в интернете появилось столько каверов, а некоторые вовсе снимают один в один похожий клип. Как на все это реагирует сама Ерке Исмахан? Супер-хит Ерке Исмахан собрал буквально за 4 месяца рекордные для нашей страны 25 миллионов просмотров и стал главной песней минувшего лета. Я очень хотела, чтобы моя песня была со смыслом и в то же время легкой и запоминающейся. Я была очень рада, что она получила такое количество просмотров и действительно понравилась слушателям и стала народной. Конечно же, такая популярность не могла не создать целую серию кавер-версий на эту песню. Кстати, некоторые пародии на Кайда уже набирают свои миллионы просмотров. Однако самый нескромный пример кавер-версии вышел вчера в Кыргызстане, где дебютантка Гульназ Чыныбек-кызы сняла очень похожий клип на песню «Кайда». Мы отправили ссылку на эту песню самой Ерке, и она, как оказалось, впервые увидела эту запись. К сожалению, узнать, будет ли подавать в суд Исмахан на кыргызскую певицу, нам не удалось, так как наша исполнительница не захотела комментировать данную ситуацию. Один из последних примеров плагиата произошел с популярной Тейлор Свифт, которую обвинили в том, что она украла фрагмент песни у малоизвестной группы 3LA Fly's Gonna Play 2001 года. Дело пока не дошло до суда, но обвинители хотят получить с Тейлор крупную сумму. Отметим, в разное время в плагиате обвиняли Джигана, Натали, Ольгу Бузову и даже такую легендарную группу, как Led Zeppelin.